Сегодня у нас 23 число, 12. Температура в помещении 26 градусов. Суббота. Привет! Привет! Что, дорогие друзья, ботиночки практически готовы. Осталось только закончить ретушь, вдеть шнурки и упаковать. Вот такая красота у нас получилась. На следующей неделе, то есть, наверное, где-то со вторника, либо со среды, уже начнем отправку счастливым покупателям. Ну, а от меня хочу всем пожелать успехов и удачи в новом году, отличных запоминающихся впечатлений в походах. Всего хорошего, до новых встреч. Пока-пока. Пермская обувная фабрика всегда с вами.